Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции такова. Шейка стопы. Боли, болезненность, проявление заболевания, ушибы, переломы шейки стопы. Нам поможет точка GI-10 все это избежать. Если есть боли, болезненность, заболевания, переломы, ушибы шейки стопы, то точка GI-10 Шоу-Сен-Ли одна из первых точек, на которую можно воздействовать и улучшать состояние шейки стопы. Что такое? К чему относится шейка стопы? Здесь я почему всегда говорю, Google вам в помощь, либо анатомические учебники. Не поленитесь открыть и узнать что-то новое о своем организме. Допустим, я знаю, дай бог и вам знать. Но помните, если есть проявление заболевания шейки стопы, как мягкие ткани, так и грубых тканей, вплоть до кости, то точка GI-10 Шоу-Сен-Ли вам в помощь. Воздействуйте на нее. Спасибо за внимание.